I saw a superhero, he was black. He said, this is for the street, Black Lightning's back. Короче, честный тост. Даже шляпу сниму. Ну, чтобы не думали, что я вру там или что. Дорогие зрители, дорогие друзья, дорогие фолькишен, биобахтеры и те, кто, так сказать, злобно смотрит эту телепрограмму. Я с того момента, как Конал начал показывать Илона Маска у Митяя, сначала думаю, сам немножечко удивился. Думаю, ну что, он совсем что ли поехал? Ну что, он Симонова что ли наслушался? Что ему сразу поступило предложение, от которого он не смог отказаться? Потом, когда уже с утра я с ним по телефону поговорил. Когда, ты знаешь, ты разговариваешь с человеком, которому даже Таня не верит, родная жена, с которой Митяй уже все прошел. Но даже жена не верит. А я скажу больше, даже и я не поверю. Я не поверю. Я с первого раза не поверил. Потому что много было таких ситуаций в жизни, что, ну, и, как говорится, один раз обманул, второй раз уже не поверишь. Как он про меня может сказать? Единожды предавший, второй раз предаст. Да. Но про Митяя я тоже сам могу. Один раз обманул, до того, как еще, что называется, предал. Уже не поверишь. Я не знаю, рассказывать, не рассказывать. Ну, ладно, расскажу. Я работал тогда в НГС, в новостях. И мне Митяй звонит, слушай, тут, короче, новость. Сейчас ехали через этот, через там какой-то... Ну, короче, с этого, по Свердловске ехали. Носорог убежал из этого. Я говорю, да ну нахер. Да вот тебе видео. Я весь день редакции доказывал. Говорю, это настоящее видео. Это... Я говорю, человек не может меня обмануть. Человек меня не может обмануть. Я говорю, я его знаю. Говорю, мы с ним работали в журнале. Он не может меня обмануть. Там видео, носорог стоит возле этих. Ну, на этом, на... Короче, премьере подрезано на... Короче, на этот. Я же, блядь, улицы все забыл, Красноярске. Короче, в Свердловском районе, там, в сторону этого Бобрового лога, реально на этом стоит этот носорог. И, ну, видно, я тогда не понимал, что это. А мне этот фоторедактор, да, говорит, это же этот After Effects. Я говорю, в смысле After Effects? Я говорю, не может обманывать. И когда сейчас вот эта вся история происходит, и, ну, у меня прививка уже есть от обмана этого замечательного человека. Если бы там что-то было, уже бы давно бы все поехали бы в Турцию или куда-нибудь еще. https://auto.by/pvn6b9gzm Спасибо, маски сейчас поставлю. Уже бы все, я убежден, паук пополз наверх. Уже бы все давно бы действительно, ну, человек сейчас не такой. Ну, не, нет у него люфта, что называется, для это, для обмана, для чего-то. Ну, дорожит людьми. Да и это понятно. Да, ладно бы, я мог, может, меня еще там, как говорится, это я-то что, лох, трусов, горох, меня можно еще раз на это. Но Таня-то не обманет. Таня-то, как говорится, бабу-то не обманешь. Это я уже самый окончательный вам довод привожу, чтобы вы понимали, что человека развели как лоха. Человека развели как лоха, когда он был пьяный. Человек повелся на деньги. Из простоты душевной поверил людям. Скачал программу. Ну, реально, ну, увели канал. Не у него одного уводят так. Я видео тоже смотрел, как канал уводили, когда скачивал программу там по рекламе, по всем делам. Уводили. Потом восстанавливали. Никто в аренду не сдавал никуда. И никто никуда не
не сдал бы никогда канал в аренду. Это точно. Потому что мы над Сережкой смеялись, а я-то думал, что он действительно канал вернул, а у него-то, блядь, действительно канал увели. Короче, Митяй, обманывать никого не надо. И да, у меня тоже дохуя косяков. Чего бы? Вот сейчас его учу. Он самого тоже дохуя чего. Ну, короче, вот я тебе так говорю. То видишь, как получается. Никто сейчас не верит. Ладно, давайте за то, чтобы канал восстановили. Но Симонова -то точно не восстановят. Блять, дважды уже. Он мне говорил даже... Ой, тихо, не буду даже говорить. Давайте.